Гастингс покинул Солт-Лейк-Сити. Мы проследили его до самой Кубы. Персей мог доставить бомбу туда. В Лэнгли считают, Кастро готов помочь Персею привезти ее в США в обмен на возможность изучить устройство. Мы не допустим. Какой план? По последним данным, Гастингс в 30 милях южнее Гаваны. Там есть заброшенный комплекс. Думаем, там Персей прячет бомбу. Они вынуждены скрываться, поэтому охрана будет умеренной. Работаем быстро и жестко. Десантируемся, хватаем бомбу, уходим на Фултоне. А если бомбы там нет? Она там. Гастингс мог понадобиться Персею на Кубе только для того, чтобы подготовить ее к подрыву. Ну что ж, пока мы в пути, Хадсон готовит отход. Все готовы? На выход. Где Адлер? Придет. Мы рано. Он должен появиться через... Парк, мы на месте. Принято. Пробуем окружить. Внимание всем! Работаем быстро и громко. Находим Гастингса, хватаем бомбу, валим нафиг. Вот, давай начинай. Блин, как вовремя. Марш, марш, марш! Белл, сделай милость. Заводные, блин! Выхожу! Рассредоточиться! Прорываемся к главным воротам! Граната! Снайперы! Впереди! Второй провинились эти бедолаги. Они закончили работу. Хорошенькая премия. Смотри, у них тут камера наблюдения. С их помощью мы можем найти бомбу. Красиво, па. И как всегда на высоте. Рассредоточиться. Найти бомбу. Подозрительно тихо. Будь начеку. Контакт! Thank you.
Парк, может, позволишь наконец угостить тебя выпивкой, когда все закончится? Это не значит. Может, вам уединиться, а? Чудесно. Это нам пригодится. Белл, займись камерами. Белл, у нас мало времени. Мейсон, там еще один за стойкой. Спасибо, Парк. Смотри дальше. Вот. Стоп, Адлер. Мы нашли бомбу и... Твою мать, кто-то убивает ученых! Где? Второй этаж. Комната 27Б. Второй этаж. Центральная комната. Наверх, быстрее! Встретимся там, Парк. Грубо, но эффективно. Что, Парк, глаз оторвать не можешь? Белл, ставь заряд. Белл, взорви эти ворота! Адлер, мы идем на второй этаж. Нас прижали. Иди дальше. Мы догоним. Гастингс, говори давай. Персей был здесь. Стрелял в нас и ушел. Персей бы не бросил свою драгоценную бомбу. Он заставил нас вычислить коды подрыва. Дать ему доступ к зеленому свету. Что? То есть теперь Персей может взорвать сразу несколько бомб? И я виноват. Гастингс, держись. Сколько бомб зеленого света может подорвать Персей с этими кодами? Он подорвет их все. Он сметет пол Европы. И обвинит во всем Штаты. Нам надо найти этого гада Персея. Нам пора. Нет? Контакт! Вертушка идет низко. Это наверняка Персей. Все на крышу, быстро! Беги, беги! Адлер, тихо, целая толпа, они окружают комплекс. Thank you.
дальше! Подтверждаю, Земля, мы вас видим. Пристегнитесь, встаньте спиной к ветру и скрестите руки. Будем через 2 минуты. Раненый! Марк, осторожно! На крыше снайперы! Дела, гал! Да, мы тут как на ладони. Они повсюду! Лазарь, давай короткими! Патронов мало! Знаешь, Лола, я, пожалуй, готова с тобой выпить. Не дразнись, парни. Только это будет не та ослиная моча, которую вы зовете пивом. Мы напьемся как следует. Готовься, вон они. Самолет. Минута. Держись, Лазарь. Знаешь, как выберемся, с меня выпьем. Вот теперь мне есть за что сражаться. Земля, это Борт. Я смотрю, у вас там жарковато. Подержать сверху. Ага, было бы очень кстати. Принято. Сейчас поможем. Земля, Борт. Принято. Зачищаем крышу. Яблочко. Вижу самолет. Парк, пристегиваемся. Живо! По очереди. Белл, ты вперед. Мы прикроем. Давай. Укрытие! Черт! Белл! Блядь, ноги! 10 секунд до контакта. Не могу. Дотянуться. Полная фиаско, черт возьми. Что смогли получить, с тем и работаем. Между прочим, мы заплатили тому информатору. Думаешь, это был? Понятия не имею. Зато теперь я знаю, что у Персея не одна долбанная бомба, а несколько дюжин. Миллионы людей умрут, а потом в их гибели обвинят США. Вы должны выяснить, откуда он планирует передать сигнал. И как будем выкручиваться? Белл знает, где искать. Белл? Этот дурацкий проект оказался пустышкой. Не стоит недооценивать Андера. У него в запасе еще много фокусов. Давай, еще чуть-чуть. Симс, каталку. Хреново выглядишь. Или это твой нормальный вид? Эй, спасибо. Без тебя я бы сдох. Может, ты все-таки из наших. Что бы там ни было, я о долгах не забываю. Симс, готовь препараты. Все. Адлер, не трать время впустую. Он нам больше не нужен. Будь начеку, Белл. Ты ключ к победе над Персеем. Хватит полумер.
Делаем прямую инъекцию в мозг. Инъекция в мозг? Не хочу смотреть. Блин. Через глазницу? Ты уверен, док? Жаль, по-другому никак. Потерпи, Белл. Белл, слушай, постарайся вспомнить. Мысленно вернись во Вьетнам. Последний раз. Надо закончить начатое. Мы были на задании. Ну, Белл, Персей. Ты помнишь свою встречу с Персеем во Вьетнаме? Сердце перебоя. Черт, пульс зашкаливает. Нужно расслабиться и сосредоточиться. Вертолет разбился. Ты идешь через джунгли в одиночку. Находишь бункер. Ты помнишь бункер, Белл? Мы должны знать, что было в том бункере. Не верь Адлеру. Адлер лжет. Не верь ему. Не слушай Адлера. Он тебе лжет. Узнай, он тебе лжет. Не верь Адлеру. Во время проверки доклада о советском бункере твой вертолет был сбит огнем с земли. Когда к тебе вернулось сознание, вокруг шел бой. Погнали! Выжившие пытались отразить атаку вьетконговцев. Ты бросаешься вперед и хватаешь М-16. И другое. Уцелевшие вьетконговцы скрылись в джунглях. Вскоре стало ясно, что все твои спутники мертвы. Тебе пришлось в одиночку идти на поиски бункера. Возле руин оказалась развилка. Интуиция подсказала тебе, что нужно идти по правой тропе. Вниз, ложись, Чарли! Поближе, достать ножи и светись. Открывайся в траве. Спасибо за помощь. Удачи на задании. Твое внимание привлекли голоса из пещеры за рекой. Они говорили на русском языке.
ты поднимаешь дробовик и на всякий случай готовишь лук. Тебе удалось стать свидетелем встречи в Вьетконге с советскими агентами. Это был вход в советский бункер. Да, правильно, бункер. А теперь расскажи про Персея. Почти получилось. Запускай шестой. Пора за работу, Белл. Когда к тебе вернулось сознание, союзников рядом не было. Были только вьетконговцы, которые искали выживших. Тебе удалось бесшумно убить их выстрелами из лука. Для руин оказалась развилка. Интуиция подсказала тебе, что нужно идти по натоптанной левой тропе, а не направо к водопаду.
отчете упоминался мост возле деревни. Бункер был где-то за ним. На развилке интуиция подсказала тебе свернуть вправо, на звуки выстрела. Увидев бой, ты берешь М-16 на изготовку. Принято, вертолет вылетел. Расчетные 2 минуты. Из твоего отчета. Парк оставила заметки. Эта секция может вызвать приступы. По сценарию выхода. Пора за работу, Белл. Когда к тебе вернулось сознание, вокруг шел бой. Выжившие пытались отразить атаку вьетконговцев. Взяв гранатомет, ты бросаешься вперед. В отчете не было никакого дома. Идем дальше. Возле руин оказалась развилка. Интуиция подсказала тебе, что нужно идти по натоптанной левой тропе, а не направо к водопаду. Говорилось, что бункер самостоятельный.
развилке поверни влево, а не вправо. На горе оказались союзники, прижатые плотным огнем. Тебе пришло в голову поддержать их со снайперской винтовкой. Заклинило. Открывай! Лазарь, еще одну инъекцию! Делай! Ну! Судороги усиливаются. Сделайте что-нибудь. Стоп. Вроде Вэл успокаивается. Может, все придет в норму? Хватит терять время в этом коридоре. Обернись, Белл. Чёрта, Белл в лаборатории! Белл, забудь эту чёртову лабораторию! Мне надо узнать про бункер! Товарищи! США и их союзники медленно, но верно пожирают.
Мы давно знаем друг друга. Похоже, программа начинает закрепляться. Вместе прошли через вьетнамский ад. Пора за работу. Переживает еще один заход? Ты меня спрашиваешь? Делай. Мы не уйдем с пустыми руками. Сцена E17. Готовься. Пора за работу. Это мы уже проходили. Перейдем к следующей части. Белл, дверь бункера была прямо в руинах. Ты заходишь. Белл, входи в бункер. Их союзники медленно, но верно пожирают все, что нам дорого. Наши вожди бездействуют перед лицом этой угрозы. Это моральный долг Персея — действовать, когда они сдались. Скоро у нас будет американская атомная бомба. Ключ ко всему арсеналу зеленого света. Получив контроль над их бомбами, мы сможем подорвать их с безопасной позиции на Соловках. Да. А тут чего? Признаюсь, я удивлен. Так быстро прийти в себя. Мы перепробовали все. Стандартные методы допроса не сработали. Подавление воли и стирание личности — сложный и болезненный процесс. Невелика цена. Опыты ЦРУ с сознанием увенчались успехом в области внедрения ложных воспоминаний. Хочешь, чтобы я рассказал им о Вьетнаме? И нужно выбрать кодовую фразу для активации внедренной памяти. Пора за работу. Пора за работу. Пора за работу. Пора за работу. Тебе было нужно в советский бункер. Похоже, программа начинает закрепляться. Пора за работу. Мы давно знаем друг друга. Сражались вместе, проливали кровь. Вместе прошли через вьетнамский ад. Пора за работу. Перепрограммирование окончено. Пора дать имя нашей новой личности. Белл. Он приходит в себя. Белл, шутки в сторону. Что сказал Персей? Где он? Все это покажется мелочью по сравнению с тем, что тебя ждет в случае отказа сотрудничать. И где Персей? Говори, Белл, ради этого мы все и затеяли. Белл, ты ведь из них. Видимо, в Турции Персей решил тебя списать. Но Адлер нашел тебя и спас. Из Трабзона самолет полетит к дуге. Ты знаешь. А этого ты не знаешь. Персея там нет. Никто из этих наемников не уйдет с дуги живым.
Мы выбросим их трупы в лесу, а потом переправим груз в Волкову, в Берлин. Оттуда мы полетим на Соловки. Персей тебя слишком ценит. У меня на тебя другие планы. Мне не нужны конкуренты. Мы там были. Мы нашли тебя, когда все закончилось. ЦРУ создало тебя заново. Нам пришлось дать тебе новую личность взамен старой. Идею с МИ-6 предложила Парк. Таким образом, она хотела укрепить связь с тобой. Теперь у вас даже акцент похожий. Вдобавок, мы получили возможность использовать твои лингвистические и криптографические навыки. Куда сложнее было с памятью. Тебя обработали по программе МК-Ультра. Сделали новую память на базе Адлеровской. Паршиво. Но ты должна была считать, что ты из наших. Нет, считай, тебе повезло. У тебя эти воспоминания пару месяцев, а я... живу с ними больше 10 лет. Бесполезно тебя допрашивать, но проект МК-Ультра позволил создать план Б. Убедив тебя в том, что ты не ты, мы могли привести тебя туда, где ты расколешься. Это уже кое-что, но мы еще не закончили. Пора за работу. Ключевая фраза держала тебя в рамках, но этого мало. Твои главные секреты всегда оставались под замком. Белл, возможно, сейчас ты нас ненавидишь за этот поступок. Просто объясню, каковы ставки в этой игре. То, что ты сейчас делаешь, нужно не мне и не тебе. Речь о чертовых миллионах людей. О том, чтобы остановить того, кто, как в конце концов выяснилось, предал всех, кроме самого себя. Скажи мне, где Персей? Получив контроль над их бомбами, мы сможем подорвать их с безопасной позиции на Соловках. С безопасной позиции на Соловках. На Соловках. На Соловках. Это твой шанс узнать, чего ты стоишь на деле. Где Персей? С безопасной позиции на Соловках. Симс, звони в Вашингтон. Остальные собирайтесь, уходим. Правильный выбор был. Идем. Ты наш человек. Персей. Аналитики ЦРУ считают его самой главной угрозой свободному миру. У вас важнейшее задание – защитить нашу цивилизацию от великого зла. США и их союзники медленно, но верно пожирают все, что нам дорого. Еще несколько часов, и Персей взорвет атомные бомбы во всех крупных городах Европы. Мы готовы пойти на все. Придется пересечь черту, чтобы эта черта вообще осталась. Нас не назовут ни героями, ни злодеями. А нас не узнают. Лично я. Гоняюсь за этим призраком уже 13 лет.
Вышка пошла. Звезда на подходе. Скорость 400. Когда эта малютка шарахнет, будет минут 20, прежде чем восстановят связь. Наша задача вырубить все нитки и расчистить дорогу для авиации. Оставим Персея без связи. Прямо по курсу. Внимание! РПГ! Нужно прикрыть. Вэл, ставь жизнь! Курс! Прикройте справа! Они справились, господин президент. Обезвредили бомбы. Слава богу. И ЦРУ. Они взяли Персея? Нет, сэр. Его местонахождение неизвестно. Реакция СССР? Пока ничего, только растерянное молчание, возможно.
возможно, они действительно не в курсе. Персей мог действовать на свой страх и риск. Будь я проклят. Кажется, у нас все-таки есть что-то общее. Мы его остановили. Вышек больше нет. Что у вас там внизу? Ответьте! Вудс, ты их уже нашел? Сюда! Дай руку! Дай руку, Белл. Мы это сделали. Это будет уроком для Персея и всех, кто пойдет за ним. Мы не сидим на месте. Надеюсь на лучшее. Мы действуем. Делаем лучшее своими руками. Так и выигрывают войны, Белл. Есть новости насчет Касима Джавади? Ага. После того, как мы убрали его и Кадивара, остальные террористы устроили грызню за власть. Советам это быстро надоело. Похоже, они решили обрубить все связи и убрать за собой. Примерно 72 часа назад основной лагерь боевиков сгорел дотла. Остался только пепел. Немногочисленные выжившие разбежались и залегли на дно. Что насчет Антона Волкова? После его смерти местные власти решили покончить с русской мафией в Восточном Берлине. Два дня назад Штази провела ночной рейд по адресам всех, кто был хоть как-то связан с Волковым. Мужчины, женщины, дети – все исчезли еще до рассвета. Это стало серьезным ударом по советской подпольной активности в Европе. Как прошла зачистка в Гаване? Мы смогли забрать тело агента Парк с Кубы. Президент Рейган лично связался с ее семьей. Гроб уже отправлен в Лондон. Нам уже звонили из МИ-6. Как можно ожидать, они недовольны. Теперь мы им должны. Лазарь Азулай проходит лечение в Тель-Авиве. Скоро он вернется в распоряжение агентства. Теперь у него есть личные счеты к Персею. Что насчет остальной команды? Они успели покинуть Соловки до подхода советских войск. Мы дали им время подлечиться, но скоро они вернутся к работе. Может, мы и справились с Персеем, но его крысы по-прежнему гнездятся в нашем доме, стараниями нашего же коллеги. Так и есть. Мы так и не выследили Роберта Олдрича и его агентов в нашей стране. Боюсь, что скоро придется пойти на крайние меры. Тотальная слежка и все такое. Разумеется, на это у нас нет санкций. Пока нет. Что насчет Европы? Мы спасли ее от ядерного пожара, но она по-прежнему кишит агентами Персея. Если бы у нас было время, мы могли бы добиться намного большего. А Белл? Северный воздух. Проясняет голову, правда? Белл, в борьбе с Персеем тебе пришлось принести две огромные жертвы. Об одной из них ты даже не знаешь. Вторая – это твое добровольное решение. Я просто хочу сказать, что все, что было между нами, это было ради высшего блага. Ты знаешь, что ты настоящий герой? А герои вынуждены приносить жертвы. Поэтому, когда я попрошу тебя о следующем, надеюсь, ты поймешь, тут нет ничего личного.